Мне сейчас не важно с тебя. Такой же тупой босс, а. Да. А после луком. Блин, у меня нет вообще-то энергии для лука-то. Ничего так. Окей. Хватит сжать, дурак. Да ёпэ, мэн. Ненавижу эти стрелы. У меня, конечно, хера попыток. Когда ты просрал? Лол. Лол. Стрела как будто обычно. А, у меня же реально нет силы. Как его бить? Не досыпай. Зачем? Там есть мана, да. Неужели, блин? Здесь так сильно и стрелы нужны. Ё-моё. Я думал, они потом нужны будут в других фазах каких-нибудь. Вы что, вообще что, издеваетесь? Лол. И что мне делать, если маны нет? Это самая гениальная вещь на свете. Ох, лол. Бредовая. Что же с боссом делать? Да. Босс просто от бога. Это бред, когда ограничивает. Нави не найд. Нави нету. Серьезно, а что делать? Мелодию удрапывания. Издеваешься? Только таким путем можно? Ох, лоу. Что за бред? Что за бредовый босс, а? Такого я не ожидал, конечно. Придется смотреть на какой-то босс. Мне всегда сил не хватало, а тут... Ну ладно. Здесь мне делать больше нечего, да? Классно. Да. Откуда мне силу-то брать? Вот вопрос. Окей. Куда я уйду? Потом-то чё? Лавки деревни? Шикарно, блин. О, господи, что за бред?
Так. А я не могу дропнуться. Лол. Я не могу дропнуть. Вот именно что не могу. Ну и босс. Классно, блин. Не. Что делать-то? Перезапускать игру, что ли, я так понимаю, лол? Да. Супер, супер. 8 продуманная игра. Ну давайте тогда перезапускать ее. А, помереть. Помереть долго. Я ее могу перезапустить. Помирать долго. 8. Я ее сохранял. Ох, помирать долго. Потому что. Ну и бред. Таких бредов боссов я еще не видел. Ох, лол. Окей. Значит, будет так. Сохраняй, конечно, по-твоему, идиот. Так, да. Пойдем в храм времени. Тут нельзя переместиться, лол. Самое гениальное место. То есть лучше. Пешком добираться. Супер. Ты жизнь об этом мечтал? Ты мне не поможет. Ты уверен? Тогда давайте посмотрим, попробуем. Ох, ну и файла. Фу, блин. Ненавижу. Небольшой остаток от игры, конечно, но да ладно. Она и так непростая. А тут еще и это. А где зеленый камень взять? Это же беда, если я не смогу. Я не знаю, где зеленый камень взять. Надо взять, может. А. И зачем мне это? Это мне не надо. Мне надо, чтобы он ману пополнял. За счет жизни, например. Ух ты. Закрой глаза, Линк. Да, я подлечу тебя. Да, для этого надо закрыть глаза, да? Вот бред. И подруга. Возвращайся ко мне. Битва ослабится. Окей. А я не думаю, что мне будет то сильно нужен. Особенно в конце игры мне зеленый камень. Ох, как нужен. Мне кажется, блокировать. Все равно.
Цветотерапия, то слепнет. Надеюсь, по новым монстров не надо убивать. Не надо. Это хорошо. Нет, бутыль мана у меня не купил. Блин. А надо что ли? Ох, задрали. Ладно, попробую без бутыля. Если выйдет, хорошо. Я верю в него, да. В Линка веришь. Один сорок один, мы еще так мало играем. Ну так или иначе, сохранение-то у меня было. Да, я не разбиваю кувшин на первом этаже. Это главное, да. Да. Я просто не знал. Да. Ошибка осознал. Вот это очень нелепо в геймдизайне, но, блин. Ок. Что поделать? Давно уж было дело. Когда это было нормально. Опять это. Смотреть. Нельзя пропустить ролики, а? Отдай мне их мне, приказы. А, тут пропустим, а? А, тут немного. Я думал, тут больше. Опять мультик. Не, он тут маленький. Уяк. Ау. Уяк. Да что ты делать будешь? Жизни много, но... Ну и бред, а? Мало, кстати, мана не требует. Хватит же. Надеюсь, тут еще фазы будут. Как, например, последний босс Twilight Princess было реально интересно убивать. Хотя я там реально заморался. Не смог убить. Твою мать! Слишком сложно целиться так быстро. Без Z-прицеления вообще жесть. Нет, пофигу. А,
Нет, это все. Да. Я всегда разочарован в битвах. И только начинаешь убивать босса, и он уже умирает. Именно по этой причине боссы здесь мне никак не угрожают. Хотя иногда надо думать, как убить. Но именно боссы в Skyward Sword меня почему-то больше всего парили, чем в остальных Зельдах. Вот не знаю по какой причине, но остальные были проще. Твою мать, я упал. Ух, супер вообще. Ненавижу. Ох, утомительно. Поэтому со стороны геймдизайна они не делают слишком длинными битвы. Это тоже радует. Последний уровень с теннисом. Лоу. Не, Карина интересная игра, мне понравилась. Нехило. Свиньи я не могу говорить. Нам остается только гадать, почему на него не сделали это прицеливание. Господи, как сложно. А сейчас этот прицель не появился. Самое интересное. Когда оно здесь вообще не нужно никак, за даром просто. Супер игра. Нет, я никак не обсираю ее. Просто небольшие нелепости, которые закрываешь глаза. Просто слишком придираешься к ним. Как говоришься. Как говорится. Так игра идеальна во всем. Вот и все. Быстрее тебе. Видите, зла Ганандор впал от руки этого янца. Вот. Эх, так вот. Линка. Да. Ой, ой, все сыпется. Нет. А, это его замок посыпался. Иди, что-то ничего не понял. Линк такой. Че? Че вообще? Фигня какая-то. Упал. Зельда. Здесь она блондинка. Россия с брюнеткой. Странное дело. Нандар. Тоже стоит. Такой порочной души и черным полностью будет неподвластна божественная сила. Вот. Замка рушится, ага. Прям Марио какой-то. Инка, слушай, эта башня скоро разрушится. Да ты ладно. Своим последним вздохом Ганандор хочет похоронить и нас, давай.
Надо я руины. Нужно скорее вираться отсюда. Следуй за мной. И опять одна нелепость. Почему я не могу использовать Карину и просто тупо уйти отсюда? Ты иди уже. Стои тут как опаная. Единственная возможность, когда я могу поиграть с Зельдой. Вау, да ты крутая, мадам. Ой, это камни, а я тут. Экшон, экшон! 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 А, тоже через текстуру может. А не то, что небесные сапоги. Да. Обожаю эту игру. Немного нелепо все-таки смотрится. Хотя... Тут и... Не даешь мне нормально идти. Да ё-моё, Зельда. Дай мне пройти-то. У нее тоже, кстати, есть своя эта фея. А, нет, нет у нее фея. Я думал, есть. Господи. Ведьма она, ага. Ты стоишь-то? О, господи. Сейчас бы очень кстати иметь. И все, у меня ведь есть шикарная вещь под названием... Вот этим. Ваха! А, это бесполезная вещь. Быстрее, умирайте, скелет. Тут лишь надо во время ложить. А все остальное тут плевать. Спасибо, Линк. Идем скорее. Вот сердечки, спасибо тебе. Ой, подруга, чувак. Бежим. Бежим. На башке. Точно. Друга, не тупи, не тупи. Но надо идти уже, торопиться. Раз ты дура, у тебя нету Карины, что я могу с тобой ходить? Господи, да иди уже. Ох. Дура, да иди уже. Ух, Зельда тут такая блондинка. Ну, кстати, иногда Бактрават может застрять. Она пройдет через ограду, а ты нет. Плохо. Давай. Все. Сейчас кто-то просрет. Ух. Жесть.
Успел. Ломайся, ломайся. Сезам, закройся. Уоу, отрыгивает стенами. Видите, Марио Карт просрал. Лоу. Видимо, это ты просрал, а не я. Что там Вендолг сыпется? Правда? Ух ты, ух ты, ух ты, низкополигональное удовольствие разрушений. Руины. Все кончено. Только вот замка нет, вот чем делать-то. У нее глаза больше, а у Линка маленькие. Линк, прости. Я не смогла помочь тебе в этой битве. Это строится замок, подождите. Что это за шум? Точнее не знаю. Ой. Еще битва с Ганом. Ну давай. Ура! Еще битва! А ты говорил все. Какой тут? Сейчас. Будем еще сражаться. Или нет? Господи. Ну тогда круто. Ганон. Вау, 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 вау. Продолжение. Ой. 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 Я влип. На этот раз ему не помешать. Довольно, как сражаться вместе. Скинь ее со скалы. Лоу. О, господи, здесь, да не ори за меня так, а? Не переживай. Все страшно, как говорится. Ой! Господи. Я понятия не имею, как нам его одолеть. Вот так как. А, я в защите. Стрелы, дай мне стрелы. Оу. О, пропадает. Бомба, мечи. Мечей больше нет. Только вот так, если.
Так и зря. Я нажимаю. Господи, Зельда, не ори, пожалуйста. Ох. Тут хвост есть. Опа! Ой. А какой-то хвост. По нему что ли надо бомбить? Давайте попробуем. О, я правда урона нашел. Мне нужен еще один столбик. У него хвост термоядерный. Уже дошло. Урон очень маленький на нас. Лотком! Оу! А разве так тоже не прокатит? Его можно, кстати. Стрелами что не прокатишь, что ли? Ну, печально. Господи, мне эти феи прям вот весь век, наверное, были. О! Тоже прокатит. Мне кажется, стрелами тоже бы протянуло. Просто сильнее, мне кажется. Господи, Зельда. Стрелом он не наберешься. Блин. Ой, у меня стрелы тоже нужны. Че, если ты большой, да, я большим мечом. Неужели у меня больше нету? Лоу. Ну, жестоко. Все? Ух ты. Уф. Мне не хватило одного удара. Меч героя здесь, скорее. Бегу. Получилось, собственно, да. Угу. Возьми меч героя. Уничтожь Ганон священным клинком.
Да. Да господи. Руби гадина. Так, у меня жизни мало. Ё-моё. О. Охренеть. Так, все, народ, у меня жизни нет. Все, я дроп. Тут уже ничего не сделаешь. О, черт, а? Да, я труп. Да. Я труп. Что делать-то теперь? Заново, что ли? Твою мать. Я заебусь. Ой, у меня уж слов нет. А, спадиваю. Ой, давай я все-таки попробую через вот это. С сейв-стейтами. А идея работает. Сейв-стейтами. Попробую, если уж не выйдет. Заманулся уж. Да. Я думал, это невозможно. Не всегда получается под яйцами пройти. Это идеально. Неплохо получается. Все предусмотрели, ну почти все. Молодцы какие. У тебя босс реально усложнился с этим. Но все-таки. Жесть. Любая моя ошибка, я конец. Игре конец. Ну, я сохранился, конечно, но, блин. Все, конец. Нет уж, я буду пользоваться сейв-стейтами, народ. Я не могу. Простите. Тут уже не могу поделать. Хотя это прожрало систему окончательно просто. Идеть, как система прожрала. Ух. Сейф стоит поганый. Давайте на характер. Да, прям. Нереально просто. Жрет систему. Да, с сейфами себе дороже играть. Ну да ладно. О, кошмар какой, а?
Хотя не, вредно. Блин. Я буду более-менее честным. Но все-таки. Ох. Для меня это и так жесть. Когда, блин, две жизни осталось. Я, конечно, не все предусмотрел. Но все-таки. О! Мне, кажется, одного-двух ударов не хватало. Чтобы его убить. Да. Конечно, обидно. Ну да ладно. Сейф стоит помог, но, блин. Да ладно. Стараюсь держать. Скорее возьми меч и покончи с ним. Ага. Чё-то сек. Ух, лаги. Что бы я без вас делал? Вау. Блин, вы видите. Шестеро мудрецов. Пора. Ух, нереально лагает. После сейв-стейта они здесь довольно отличные. Ой. Что с тобой? Откуда такая гадость происходит, я не знаю. Древний создатель Хирула. Время открыть ворота и затащить лом. Это вечно. Да. Так, ну и опять вы ничего не видите. Пока он не жив. Сейчас. На нее не посмотрите финальный мультик.
Так, о! Я нажал реинициализацию. Слышь, все нормально. Слава богу, звук я смог вернуть. Странно, почему он накрылся у меня. Очень. Ну ладно, концовочка мы посмотрели без моей озвучки великой и ужасной. Вот. Или до конца я передумал писать. Увидев лаги. Ничего не понял, ну да ладно. Да, разлагало все. Слава богу. Я просто повысил приоритет и реинициализировал монитор. Да, все заработало. Ай, слава богу. Ну что, мы прошли Зельду. Моя четвертая Зельда. Ну что, что я могу сказать про Зельду? Хорошая игра. Мне понравилось, естественно, да. Не стал бы я играть, не стал бы я четвертую проходить, если бы не нравилось. О, деревце выросло новое, чуть-чуть. Вот. Мне просто хочется, чтобы оно росло. Главный вопрос. Какая фамилия у Антона? О, мне бы знать. Ватарс точно знает, я нет. Ватарс не связь держит. Я не знаю. Или он был здесь? Я просто толком не смотрю на титры обычно. Ух ты, голоса. Охват движений. Ничего себе. Когда это было? Да. Круто. Ой, что такое-то? Деревце вырастает в Динвейкере. А, точно. А, окей. Все ты знаешь. А, да.
Так она быстрее должна работать. О. О, деревня. Не остался майдан. Ой, я пропустил, нет? О. Плотники. О, прекрасная дева. Вот на ней женись, пожалуй, Лимка. И вон на этой. Антон. Нет, не узнаешь. Видно, что не знаешь. Какая же у него фамилия. О, как он здесь оказался? Да, кстати, а каким путем он здесь оказался? Санек. Серега. Спасибо им тоже. Да. А нет, это в 3DS, наверное, крутая мелодия. Окей. А это ромов нет. Окей. Ну и мудрецы пришли. О. Голая Зора. Рута. Импа. Ой, спасибо всем поклонникам Зельда. Спасибо большое. Игре, которая есть. О, концовка. Все. Прости, мальчик, своей жизни. Наруто женишься, будто дети плавающие. Ну и... И вот... А там конец. А Нави улетает. Эх, Нави. Разработка игры Nintendo. Наруто мудрец. Ну и ладно. Тебе жалко, что ли, не пойму. Ну мудрец все, что ли? Она не духлая, она живая. Они же вон там восстали. Десанты. Дохлый. Опа. Она приживая? Наш перевод на русский Зельда 64 рус. Конец. Кто смотрел, тот молодец. Тут в окне можно увидеть Марио. Оу, прикольно. Блин, не увидел. И что? А, нажимайте какая-нибудь кнопочка. Что-нибудь нажмите. Эй. 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 Нажимайтесь. Кнопочки. Это что, типа, я не могу нормально выйти.
Главное меню, что ли, не выходит она. Боже мой, ну уж. Мы как бы выросли из времен NES и SNES, правильно? Видимо, не выросли. Или она мне тупо зависла. Конец? Конец. Ну ладно. Задержка огромная. Это минут с лишним. Да. Принтскрина на работе стал, лол. Нет, спасибо, не хочу. Ну ладно. Если конец, то конец. Мне на PS3 14 хороших обоев. Зельды, зачем мне менять? Давайте тогда заканчивать на сегодня. Конец. С вами был Silver Sword. Не забываем подписываться на канал. И до скорых встреч. Скоро будут еще игры. Скоро, может, еще новые Зельды. Следите за пабликом. Вот. И еще отдельное спасибо тем, кто смотрит записи. Потому что есть те, кто включает прохождение и смотрит запись. Спасибо вам тоже. Всем пока.